Пока он сегодня своего слова не сказал. Удар бисеклетой, ну и вот, пожалуйста, 3-0, Борис Никаноров. Практически с центра площадки Борис укладывает мяч в угол ворот Дмитрия Васильева. Ну, с таким исполнением бисеклеты что поделать-то? Что ты сделаешь? Только я заявил о том, что Борис еще не забивал, вот тут же. Через пару секунд Борис Никаноров делает счет 3-0 в пользу своей.